Здравствуйте, ребята! Программа «Давай дружить» приглашает вас в мир изобретений. Они окружают нас повсюду. Все, чем мы пользуемся каждый день и видим вокруг, когда-то было изобретено. Сегодня мы выйдем на улицы города и познакомим вас с необычным искусством – граффити. Его тоже можно назвать своеобразным изобретением. Человек заменил холст и лист бумаги на многоэтажке. Что такое граффити? Это яркий, неожиданный способ выразить себя, свое настроение, свои мысли и чувства. Граффити называют искусством улиц. Это изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. Граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен. На них можно найти все, от простых написанных слов до изысканных рисунков. Когда появилось граффити? В глубокой древности. Тогда это были примитивные надписи на скалах. Самые ранние граффити появились в 30-м тысячелетии до нашей эры. Граффити донесли до наших дней подробности об образе жизни давно ушедших культур. Наскальные рисунки выцарапывали на стенах костями животных, использовали мел и уголь. Современное орудие искусства граффити – это баллончики с краской. И качество многих рисунков далеко от примитивизма. Граффити сегодня – одна из форм художественного самовыражения по всему миру. Существует множество разных стилей и видов граффити. Произведения, создаваемые граффити художниками, самостоятельный жанр современного искусства, часть культуры и городского образа жизни. На городских улицах во многих странах мира созданы настоящие шедевры искусства граффити. Казань не исключение. Предлагаем вам увидеть это собственными глазами. Экскурсию в стиле граффити для вас проведет казанец, для которого это искусство – часть жизни. Привет, ребята! Привет! Привет. Меня зовут Дима. Я Игорь. Я Глеб. А я Олег. Сегодня мы расскажем о новом направлении граффити, как это делается, немного истории, с чего начиналось, сделаем общий эскиз и потом уже приступим делать красками. Где вы рисуете? Мы рисуем там, где спокойнее. В центре города мы стараемся не рисовать, так как там очень много людей, и они нам мешают на процессу нашего творчества. Поэтому мы стараемся в таких местах людных не красить. Вот, а в последнее время нас приглашают на многие фестивали, мероприятия, выставки, где мы можем показать, что мы умеем. Так, ребята, сейчас мы с вами приступим к созданию эскиза нашего будущего граффити. Thank you.
Ребят, теперь мы можем приступить к началу работы над граффити. И ну, для начала нам понадобятся некоторые средства безопасности. Вам понадобится респиратор, и в одной перчатке вам будет достаточно держать. Сейчас Игорь нанесет наш эскиз на сам холст. На этом наше граффити закончено. Осталось добавить последний штрих. Граффити происходит от итальянского слова, означающего «царапать». Это слово заимствованное, поэтому пишется с удвоенной буквой «F», как и в итальянском языке. Человека, который рисует на стенах, называют граффером. Многие рисуют анонимно или же оставляют свой тег. Это своеобразная подпись, под которой граффер хочет быть известным. А сейчас добро пожаловать на мастер-класс к графферу. В июле этого года в Казани прошел граффити-фестиваль «Lucky Tart». Сейчас мы сможем посмотреть на работы, выполненные на этом фестивале иностранными и российскими художниками. Изобретение аэрозольной краски позволило наносить многоцветные изображения и помогло графферам создавать настоящие шедевры. Но изобретатели не дремлют. Сегодня появились уже специальные устройства, которые позволяют рисовать одновременно несколькими баллончиками. Или даже световое граффити. Это вид ночной фотосъемки. Граффити можно нарисовать при помощи анимации. Именно об анимации вы узнаете в нашей следующей передаче. До встречи!